На защиту природы Алтайского края встали общественники. Сегодня несколько десятков инспекторов-добровольцев в области охраны окружающей среды получили удостоверение. Теперь они, наряду со штатными работниками сферы, будут следить за соблюдением природоохранного законодательства. Одна из причин, по которой Минприроды обратилась за помощью к общественникам, — недостаток финансирования сферы и, как следствие, дефицит кадров. Сегодня в штате министерства около 130 государственных инспекторов, тогда как с учетом площади Алтайского края их должно быть не меньше 260. Теперь к ним на помощь почти 100 общественников. Это люди из разных районов края, главы поселковых советов, учителя, предприниматели. Теперь они могут на законных основаниях останавливать нарушителей, вести их фото, видеофиксацию, сообщать о нарушениях правоохранителям. Думаю, что они окажут реальную помощь в работе вот по охране от незаконных рубок, по охране окружающей среды. Конечно, они будут работать в тесной упряжке с нашими инспекторами, без этого не обойдешься, но это вот реальная помощь. Институт общественных инспекторов – новинку для Алтайского края. Он начал работать только в этом году. Отметим, общественные инспекторы не пользуются льготами, не получают за свою деятельность зарплату. Они признались нам, что занимаются природоохраной по велению души. Минприроды пояснили, подать заявку и пройти несложный экзамен на звание общественного инспектора может любой желающий, начиная с 18 лет.